Здравствуйте! Вас приветствует ваш робот-компаньон-помощник. Тут в Skyforge началась новая акция, но, к сожалению, мой запас зарядки уже почти на нуле. Я вынужден вас попросить зарядить меня, иначе я не смогу посмотреть акцию до конца. Итак, и вот она опять, новая акция, которая называется «Тени минувшего». Сейчас сразу прочитаю историю. На Элеоне много прекрасных и достойных богов. Если кто-то говорит о науке, сразу вспоминает Флавия. Если о магии, то Архея. Когда же речь заходит о сострадании, мудрости и милосердии, можно назвать только одно имя – это Герида. Герида – одна из старших богов, она давно уже наблюдает за Элеоном. Каждому из молодого поколения богов она помогла начать свой путь как наставница, но мало кто знает, что своим основным долгом она видит служение смертным. Многое связывает мудрейшую из богинь с простыми жителями этого мира. Она часто беседует со смертными лично, пытаясь понять, как еще можно облегчить их жизнь. Мирный путь, который она выбрала, не позволяет ей защищать их с оружием в руках, но ее заступничество и советы сохранили жизнь многим. Поэтому именно к Гериде обратились отчаявшаяся семья, когда их дочь, бесстрашная искательница приключений, сгинула без вести в дебрях западных лесов. Герида просит помощи у ваших адептов, чтобы узнать о судьбе девушки. Блин, немного лоханулся. Короче, обновление было в 4 часа, я не успел выфармить 300 разведок со вторжения и 150, там еще одно звено, считай, минус 450 еще разведок. Да, ну что, вы помните там прошлую мини-акцию, где нам врубили, можно было ускорять за медальки победителя. Ну, я так и думал, что в обычной двухнедельной акции такого не будет. Здесь по-прежнему ускорение за аргенты. А из суперпризов нам могут дать 10к медалей победителя, 500 очков. И также сундучок богов, который из него выпадет оружками текущий класс, которым вы будете. Что-то еще есть интересного. На втором круге ничего интересного. На первом у нас есть новая божественная пушка. Называется Крыло Гериды. Как она работает, чудово. Если честно, не понял. Если хотите, вот прочитайте ее описание. Есть вот 7 дней премиума, 3000 знаний о противнике, кредиты, медальки победителя. Также есть вот разрешение на паломничество. При использовании увеличивает количество последователей в вашем соборе на 400. Вам вернется часть стоимости этого предмета, если вы достигли максимального количества последователей. То есть, если у вас собор, у собора у вас каповый, то, по идее, должны дать аргенты. Если дойду, то обязательно это проверю. Также еще есть вот медали победителя 3000 на 1000 прогресса. Мантия ученицы Гериды и на 1600 пламя перерождения. Вот такие вот награды. Мне больше всего прикалывает вот эта награда, за которую вроде должны дать аргенты. Ну чё, давайте уже начинать. Погнали!
Ну что, не густо. Дошел всего лишь до 711 прогресса и даже не сумел забрать разрешение на паломничество. Что у нас тут? 199 эфирной пыли. 500 точно не соберу. 3 божественных амулета. Потом этот мусор. Ничего интересного у меня не упало. Выпадало много знаний о противнике, также там были кредиты, ну не знаю, что тут. Думаю, самое прикольное в этой акции, это вот эта штука, за которую, по идее, должны дать аргенты. Наверное, на этом заканчиваю видео. Всем, кто смотрел, спасибо за просмотр. И пока.